Avail Films, студия Tigers Eye International Pictures. Да! Вот так! 21! Я просто не хочу жениться. Мистер Сэндмен! У тебя что, на близняшек фетиш? Жить хорошо и жизнь хороша. Позвольте представить, мистер Борис Захарченко. Слышал о казино «Москва»? С моим везением мы сможем сорвать куш. Я проигрался. Я проигрался, Джой. То, что есть у тебя в кошельке сейчас, это все, Стэн, ты банкрот. Эй, что происходит? Ты заслонил с собой от пули продавщицу, которую не знал. Ты должен найти спутницу жизни, настоящую любовь. Как себя чувствуете, Стэн? Теперь лучше. Судьба привела в магазин тебя именно в тот самый момент. У нас будет свадьба. Будет так. Стэн скоро женится. Погоди, что? Человек, которого я люблю, женится на ком-то другом. Мне кажется, судьба предназначила нам теперь идти по жизни вместе. Что-то привело тебя ко мне. Я каждый день благодарю Бога, что ты тогда выжил. Любовь не купишь за деньги. Если правильно помню, обычный объем двойной, верно? Или где вдвое больше кофе? Или мока? Или с ванилью? Или с лесным орехом? Это где пол чашки молока, а наверху такая приятная пенка? Такой обычный. Ты весь заказанный мной кофе помнишь? Так вы же главный герой.